Приветствую вас, и на момент записи этого видеоответа, ну или аудиоответа лучше сказать, у вас не было ни одного комментария эксперта, я решил ответить вам на вопрос, потому что видно, что вас это волнует, видно, что вас это задевает, видно, что вы хотите действительно научиться моментам. И вы знаете, если говорить о том, как манипулировать мужчиной, если говорить о том, как давить ему на самое дорогое, то в первую очередь нужно обозначить это самое дорогое. Вы знаете, я вам скажу честно и сразу, я не являюсь специалистом по пикапу. Я хотел бы, чтобы у вас не было ожиданий завышенных от этого аудио, но надеюсь, что оно будет вам полезно. Так вот, я не специалист по пикапу, но я знаю, что ценно для мужчин, я знаю, что у них самое дорогое. Ну, отчасти потому, что я сам мужчина, отчасти потому, что разбираюсь в психологии. Для мужчины самое дорогое – это самооценка, это гордость, самолюбие, ощущение того, что он сильный, что он главный, что он не пустое место. И мужчина очень болезненно переживает, когда вы показываете ему его полное ничтожество. Когда вы выставляете на показ ему самому хотя бы. То, что он вообще, говоря, ничего не значит. То, что он вообще, например, ничего не умеет. То, чего он хочет. И вы знаете, здесь есть тонкость. Если мужчина, например, как вы говорите, тюлень, но при этом он хочет быть тюленем, то есть ему нравится это состояние, он получает через это состояние то, что ему нужно, то как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались, вряд ли у вас получится как-то на него надавить. Потому что надавить можно только на то, чего мужчина хочет, чего мужчина желает, к чему мужчина стремится. И вы, как женщина, его женщина, это знаете. Вы знаете, я мог бы, наверное, задать вам, как психолог, такой вопрос. Зачем вам, например, мужчина, которого вы откровенно не уважаете? Зачем вам человек, которому вы собираетесь применять грязные приемы и прочее? Но я не буду. Не мое это дело. Вы пришли сюда за конкретным ответом, я постараюсь вам его дать. Так вот, прошу прощения, у нас тут гром, такая уж погода в России, в частности, в Московской области, поэтому извиняюсь, если будет гром греметь. Значит, мы с вами решили, что понимание того, чего мужчина хочет, и объективная оценка того, что для мужчины ценно и важно, являются ключевым для манипулирования их. Ну, например, если мужчина гордый, то любое принижение его гордости, любой удар по его гордости, это будет суть манипуляции. То есть вы можете представлять какие-то моменты вашей жизни, вашей совместной жизни так, как это если бы был нанесен удар по гордости мужчины. Если вы знаете, чего человек хочет, чего человек желает, к чему человек стремится, то вы точно так же можете давить на это. То есть показывать ему, что вот именно то, что для вас важно, то, чего вы сами хотите, является, по сути дела, тем, чего хочет мужчина. То есть вам нужно подводить его взгляд, менять угол зрения вашего молодого человека так, чтобы он видел, что то, что хотите вы,
является и ценным, желанным для него тоже. Пожалуй, без этих основополагающих моментов вы не сможете добиться желаемого. Потому что что есть манипулирование в принципе? Манипулирование в принципе — это встраивание своих целей в цели других людей. Или можно сформулировать по-другому еще. Это встраивание целей других в свои цели. В принципе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, но тем не менее. И вот это то, к чему вам нужно идти. Я думаю, что если у нас на ресурсе, я, честно говоря, не знаю, если у нас такие эксперты, которые являются специалистами по пикапу, но если такие есть, они дадут вам, безусловно, более развернутые рекомендации, но я, как человек, который имеет отношение к психологии, раскрыл вам основополагающие моменты. То есть уже сейчас, пока вы ищете того человека, который вам действительно может помочь, я надеюсь, такой человек есть, вы можете для себя выписать, например, что вашему мужчине дороже всего, что ваш мужчина ценит. Чем ваш мужчина дорожит? Что он переживает болезненнее всего? Вот и, собственно, на этом вам и нужно основываться. Что есть тюлень по характеру? Тюлень по характеру — это значит человек ленивый, инертный, флегматичный, он ведь даже инфантильный. Нежелание ничего делать, как правило, связано с проблемой мотивации. То есть, грубо говоря, но не только, кстати говоря, нежелание чего-либо делать связано не только с проблемой мотивации, оно связано еще и с тем, что мужчине комфортно в том положении, которое он имеет. Но об этом, наверное, вряд ли вам интересно будет слушать. А вот в том, что касается проблемы мотивации, я думаю, немножечко ближе к вашей теме. Так вот, проблема мотивации заключается в том, что на него слишком много давления с определенных сторон. Может быть, не сейчас, может быть, это было только когда-то, ну, какое-то время назад, но тем не менее, давление. И это самое давление, оно помешало мужчине четко для себя определить, чего же вообще ему надо. Если тебе на протяжении всей жизни, с детства говорят, что нужно делать то-то, то вряд ли ты будешь делать это самое то-то, потому что этого то-то слишком много, а ты один. Так вот, вам нужно для мужчины выделить один или несколько мотивов, основополагающих мотивов, которые бы соответствовали его глубинным желаниям, его глубинным целям. То есть его отношение к жизни, его характер — это не верие в себя. Это не имение представления о том, что он на что-то способен, что он что-то может и в силах что-то делать. Вот это ключевые моменты. Теперь, пожалуй, немножечко про выгодность положения. Давайте подумаем. Вот ваш мужчина, он, как вы говорите, по жизни тюлен. Чем ему выгодна такая его позиция? Что она ему дает? Вот по вашему мнению, что она может мужчине приносить? Ответьте на этот вопрос, и я думаю, многие проблемы, некоторые неясности в понимании вашего мужчины отпадут. И вы сможете лишить его того, что он получает благодаря своему такому отношению к жизни.
Если у вас это получится, то у мужчины не останется другого выбора, кроме как менять свою модель поведения на другую. И вот тут-то вы и подскажете ему, какая модель поведения нужна. Потому что, если помните, вначале мы говорили, что вам нужно свои желания сделать его, а как бы в его желания встроить свои. Именно так происходит манипуляция. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!